Курить себе дороже. На личном опыте в этом убедились уже 295 пермяков. Полицейские включились в борьбу за чистый воздух и штрафуют курильщиков, нарушающих новый федеральный закон. Те же, до кого карающая рука пока не добралась, смолить не перестали. И возможность на ровном месте потерять 500 рублей их пугает мало. А что делать? Ну, стою, жду. Автобус. Я человек всю жизнь курил. Ему трудно бросить курить. Это вполне естественно. А что, у нас какие-то места, что ли, есть? Нет мест нигде для курящих. Я где-то в магазинах мы и так не курим. А если я курил 30 лет, и сейчас я это брошу? Табачная индустрия – дело довольно прибыльное, поэтому и бороться с курением очень непросто. Еще Наполеон говорил, этот порог приносит казне 100 миллионов франков налогов в год. Я бы запретил его хоть сейчас, но дадите мне такую же доходную добродетель. Здравствуйте, джентльмены! Здравствуйте, мои родные! Что-то вы плохо выглядите. Сейчас я вас послушаю. Ребята, вы слишком много курите. С такой отдышкой вам не пробежать и 100 ярдов. Минздрав устал предупреждать. На помощь пришли депутаты Госдумы. Курить теперь нельзя в образовательных и медицинских учреждениях, в помещениях органов власти и гостиницах, на вокзалах и детских площадках. Ответственность за правонарушение прописана в законе. Установлена статьей 6.24 Кодекса об административных правонарушениях. Частью первой данной статьи установлены штрафные санкции в размере от 500 до 1500 рублей. И часть вторая статьи 6.24 предусматривает наказание от 2 до 3 тысяч рублей за курение табака на детских площадках. Штрафы в помощь, считает Марк, но сам он бросил курить, не дожидаясь административных санкций. Здоровье уже начало подводить немножко, да и как-то девушка повлияла немножко, да и вообще общественное мнение сейчас такое, что курить плохо и вредно. Госдума на достигнутом останавливаться не намерена. На рассмотрении в Нижней палате парламента новый законопроект. Он предусматривает запрет на курение в автомобиле в присутствии детей. Штраф составит 5000 рублей. Олег Романов, Михаил Сетров, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.